Бангладеш называют легендарной страной в том смысле, что его считают самым дном Азии. Говорят, беднее страны в Азии нет. В стране с размером Ростовскую область или Волгоградскую живет больше людей, чем во всей России. Почти 170 миллионов жителей. Что творится на дне и остались ли армяне в этом рое людском, в сюжете прямо сейчас. Нищета и перенаселенность Дакки производят угнетающее впечатление. Три четверти населения живет за чертой бедности. Городское движение представляет собой хаос из велорикш, тук-туков, грузовиков, легковых автомобилей и пешеходов. Кажется, уже не поддается контролю. Разрастающийся город постепенно поглотил расположенный на 12 километров речной порт. Город с многомиллионным населением разделен на старый, расположенный на Буриганге и напичканный базарами Найбазар, и на квартал с великолепными дворцами периода Великих Моголов, где можно уединиться в тиши, так как вход сюда платный и не каждому местному жителю по карману. Один из них – Лалбагх, строительство которого началось в 1678 году Шахзаде Султан Мухаммадом Азамом, сыном могольского падишаха Аурангзеба. Здание построено в архитектурном стиле Великих Моголов. Изначально крепость должна была иметь три этажа, но строительство третьего этажа было прекращено после смерти дочери Субадара Шаиста-хана. Вторая достопримечательность Дакки, несомненно, Ахсан-Манзиль, розовый дворец бенгальских навабов середины XIX века. В эпоху Великих Моголов в этом месте находился садовый дом шейха Энаятуллы, помещика Джамалпура. Позже здесь он построил прекрасный дворец и назвал его Ронгмогол. Собирал здесь красивых девушек, собранных в стране и за рубежом, одевая их в роскошные платья и дорогие украшения. Теперь здесь могут собраться все. И красивые, и не очень, семьями или просто с друзьями, влюбленные юноши и девушки. Главное – платить за вход. Сад у Розового дворца – один из излюбленных мест жителей Дакки. Буквально в нескольких метрах за забором Лалбагха, куда вход только для избранных, проходит главная артерия Дакки – река Буриганга. Она считается одной из самых загрязненных рек планеты. Воду из реки нельзя не только пить, но даже использовать для мытья и технических целей. Ежедневно в Буригангу сливается 1,5 миллиона кубометров промышленных отходов. Река признана биологически мертвой, а вода черная от грязи и тех же отходов. В ней есть все, кроме кислорода. И несмотря на все это, местные жители используют реку для купания и стирки одежды. Из-за цвета воды и запаха создается впечатление, что идешь не по реке, а по гигантскому длинному болоту. Но и это обстоятельство не мешает бангладешцам насладиться прогулкой по реке. Этим и я воспользовался. Не столько из эстетических соображений, сколько из желания помочь подзаработать лодочнику. Ведь для нескольких сотен лодочников река – единственная кормилица в семье. Впрочем, Буриганга всегда была кормилицей Дакки, как богатых, так и бедных. С нее-то и началась армянская колония в этой части света. Когда бы я еще поплыл, так сказать, по мутной грязной реке,
только, конечно же, в Даке. Вы даже не представляете, как тут воняет. Ужасный смрад, но приходится терпеть, что ж поделаешь. Итак, об армянах. Прежде чем отправиться на Armenian Street, расположенный в районе Арманитола, что значит «армянский град» в переводе на бенгальский, и назван в честь его прежних жителей, расскажу вам вкратце о появлении этой общины в Даке. До 1947 года современный Бангладеш был частью Индии. В Даку, как и повсюду в Индии, армяне стали массово селиться во времена Могольской империи из Персии с XII века. Индия была раздольем для армян. Благодаря дипломатическим способностям армяне с легкостью наладили отношения и с индуистскими махараджами, и с мусульманскими навабами, а позже и с английскими генерал-губернаторами Британской Индии. Подробности об армянах Индии я рассказывал в своем сюжете «По индийским следам Микаэла Налбандяна», который можно найти на канале «Антитопор» в YouTube. Что касается Восточной Бенгалии, то, как и во всей остальной Индии, армяне зарекомендовали себя здесь талантливыми врачевателями, финансистами и предпринимателями, знающих толк в международной торговле. Уже с 18 века армяне Бенгалии стали монополистами на соль и джут, а во второй половине этого же столетия стали компактно проживать в самом привилегированном квартале Даки, который туземцы назвали Арманитолой. Здесь же в 1781 году и была воздвигнута армянская церковь Сурб-Арутюн Святого Воскресения. Ее отстроили на собственные средства купцы Микаэл Саркис, Аствасатур Геворг, Магар Пугос и Ходжа Петрос. Землю под строительство предоставил купец Агахачик Минас. Кстати, в настоящее время церковь является одним из самых старых сооружений Даки. Рукописи и домовые книги, хранящиеся в церкви, говорят о том, что до середины 20 века в Даке проживало в разные годы от 80 до 100 армянских семей. К середине 20 века в городе оставалось не больше 40 семей, исход которых начался в 50-х годах после обретения независимости от британской короны. Но несколько семей еще оставалось до 21 века. Сегодня Armenian Street, центральная улица Арманитолы, внешне ничем не отличается от остальных улиц Даки. Все та же грязь, беспорядки на дорогах. Как уже говорилось, это старейший квартал в сердце бангладешской столицы. Несколько столетий здесь находились армянские банки и торговые компании. Теперь на их месте расположились туземцы, превратившие армянские офисы в различные торговые и ремесленные точки. Старшие жители Арманитолы еще помнят последних армян квартала. С удовольствием рассказывают о тех армянах, которых им или их родителям еще удалось застать. Здесь, на улицах Арманитолы, можно войти и поговорить с любым старожилом, который расскажет о своем квартале и его прежних жителях. Бангладешцы бережно относятся к истории. Вот и я решил зайти в один из офисов Арманитолы на Armenian Street. Мой собеседник Али Хусейн, владелец химчистки и кандидат в городской парламент Даки, рассказал о квартале. Арманитола находится в старейшей историческом части города, в центре Даки. Это знаменитый квартал. Здесь же находится и известная в стране армянская церковь. Она была построена больше 200 лет назад, но, к сожалению, самих армян уже не осталось. Все они в разное время покинули страну или умерли. Но армяне остались в Калькутте, там еще живут. В Даке же, увы, никого нет. Хочу сказать, что армяне были хорошими и порядочными людьми.
И мой отец, и мой дед работали с армянами и с армянскими компаниями. В те годы здесь очень много было различных компаний, принадлежащих армянам. Прогуливаясь по Арманитоле, время от времени можно встретить полуразвалившиеся дома, некогда принадлежавшие армянам. Когда-то это были приличные двухэтажные строения армянских купцов. Сюда могли входить только сами армяне и британцы. Местным жителям вход был недоступен и даже прислуги. В отличие от британских господ, армянские господа не содержали прислуг. Жители Дакки вспоминают, что армянки сами справлялись с хозяйством в доме. Теперь же от этих домов остались лишь каркасы, под коими находят ночлег бездомные. Вход доступен всем. Сегодня Арманитола – жалкое зрелище той Арманитолы, где много лет назад кипела жизнь богатых, вершились биржевые торги, где устанавливались цены на важные товары того времени. По улицам Арманитолы носились кони с украшенными каретами, а позже и первые британские автомобили – Даймлеры, Роллс-Ройсы и Ланчестеры. Ведь Дакка и Калькутта были крупнейшими английскими городами-колониями. Все лучшее, что появлялось в Лондоне, вперед можно было встретить здесь, в центре Дакки, чем, скажем, в британских перифериях Белфаста или Абердина. Однако после ухода из города и англичан, и армян, и других европейцев, а армяне здесь всегда рассматривались в качестве европейцев, время в Дакке даже не остановилось, а передвинулось на несколько веков назад, в доколониальный период. Однако не будем о грустном. Не мешало бы заглянуть в святая святых, на территорию самого храма Армянской апостольской церкви. Церковь Сурбарутюн находится в центре Armenian Street, и не заметить ее невозможно, хоть и огорожена белым высоким забором. Единственное чистое место не только улицы, но и всего квартала Арманитола. И чтобы не заглядывали сюда разносортные зеваки, у входа постоянно находится полицейский. Сразу же, как оказываешься на территории храма, попадаешь на усеянные по полу вокруг храма могильные плиты. Здесь их не меньше 200. Армяне, похороненные в разные годы с середины 18 века до 21 века нашего. Под каждой плитой скрыта своя судьба, своя книга жизни. Известно почти о каждом из них, так как остались рукописные сведения об их жизни, рассказы живших после них, передавшие из уст в уста. Причем до мельчайших подробностей. Например, среди захоронений могилы семьи Авак, его глава Маркар Авак, умерший в 1832 году, был купцом-мореплавателем и большим бабником. Привозил из заморских стран себе наложниц, содержал их, а жене лгал, что эти девушки его делопроизводительницы. Жена Нуник узнала об измене мужа, хотела разорвать с ним отношения. Возможно, она бы так и сделала. Но их помирил несчастный случай. Когда супруги были в ссоре, скончался их сын Тарон. Он похоронен здесь же рядом с мамой. Утонул в Буриганге, спасая какого-то ребенка. Тарону было 18 лет. Под другой плитой мистер Сатур был женат на англичанке. Дама была такой же богатой и знатной, происходила из британского королевского семейства. Все у них было при жизни, и власть, и деньги. Сатур был джутовым монополистом и крупнейшим бизнесменом страны второй половины 18 века. Деньги, конечно, творят чудеса, но не все можно на них купить. Когда Бенгалию охватила эпидемия дифтерии, болезнь забрала всех его четверых детей. Самому старшему было 12 лет. Ни деньги, ни королевская кровь не спасла детей.
Есть тела, привезенные из-за морей и захороненные здесь. Например, эти надгробия с резными черепами и скрещенными костями. Эти два армянина-купца погибли в открытом море. Их убили английские пираты, а торговое судно было разграблено. Тела нашли позже у берегов Андаманских островов. У самого подножия церкви могильная плита последней армянки Бангладеш Вероники Мартин, скончавшейся в 2005 году. Теперь о церкви. Я много раз видел этот храм на фотографиях и был очарован красотой. Но вблизи это сооружение еще краше. Мне много раз приходилось видеть армянские храмы и в разных концах земного шара. Но церковь Сурбарутюн действительно не имеет аналогов своим архитектурным исполнением не только среди армянских храмов, но и христианских вместе взятых. Сурбарутюн стоит здесь почти 250 лет. Он был свидетелем многих исторических и важных событий страны, видел рассвет и закат Британской империи, правление бенгальских мусульманских навабов, объявление независимости Восточной Бенгалии от Индии, затем от Пакистана и нынешней суверенной Бангладеш. Этот армянский христианский храм называют гордостью Даки, и он включен во всех путеводителях для иностранцев. К примеру, вы с легкостью можете вбить в Google «Dhaka Armenian Church», и Google вам покажет местонахождение храма. Любой иностранец, прибывший в Бангладеш и посетивший Лалбах или Ахсан Манзил, обязательно посещает и Сурбарутюн. Правда, сами иностранцы, как я говорил выше, нечастые гости Бангладеш. Здесь в храме каждый из них оставляет запись о впечатлениях и благодарят хранителей этого великолепного храма архитектурного христианского зодчества в далекой азиатской стране. Если вы обратили внимание, то церковь армянская в Даке, она немножко необычной формы. Она красивейшая, безумно, но при этом необычной формы. Например, напоминает нос корабля. Эта часть лично мне напомнила больше корону Кришны. Но на самом деле она была построена так не из-за короны Кришны. Дело в том, что, как я уже сказал, армяне Индии, армяне Бангладеш были купцами и уходили в дальнее плавание за товарами, снова прибывали сюда, здесь продавали что-то, что-то покупали, снова отправляли. И эта церковь символизирует именно ту эпоху. И они построили церковь в виде корабля. Поэтому здесь и мачту, что напоминает что-то. Вот сейчас я стою, можно сказать, на крыше церкви, это палуба. А вот тут вот нос корабля. Если посмотреть с той стороны, то, возможно, вы обратите внимание. Ну, чем не корабль? Именно этот белоснежный храм и напоминает корабль с мачтой, носом, палубой. Армянские купцы Бенгалии месяцами находились в море. Их корабли служили им вторым домом. Поэтому, закладывая идею строительства церкви, местные армяне решили сотворить себе храм в виде корабля, основного кормильца купцов. Есть даже кубрики для священнослужителей. Только они здесь появляются дважды в год, из Индии, чтобы отслужить молебен. Ведь храм не может быть сиротой. Глядя на все это великолепие, наверняка у вас возникнет вполне справедливый вопрос. Если нет священника и не осталось армян в Бангладеш, то кто занимается всем этим убранством? Отвечаю. Финансовая часть заслуги лежит на плечах американо-аргентинского предпринимателя Армена Арсланяна. Он редко бывает в Бангладеш, но делает все, чтобы армянские следы Даки не были утрачены. Но есть еще и другая сторона, не финансовая, о котором я вам поведаю. Только немного еще окунемся в историю.
Все началось с позапрошлого века, когда молодой бухгалтер-бенгалец Харишчандра поступил на службу управляющим к армянскому предпринимателю и сахарному королю Аратуну Мануку в 1876 году. Харишчандра много лет прослужил Аратуну. После смерти бенгальца сын Харишчандры Шантам приступил к делам и начал служить армянам. Когда не стало и его в 1957 году, внук Харишчандры и сын Шантама Хариподу Кош сохранил преемственность поколений и также стал служить армянам. В это время Восточная Бенгалия, она же Восточный Пакистан, были единым Западным Пакистаном государством, независимыми от Индии. В 1970-м здесь, в Восточной Бенгалии, начались беспорядки. Бенгалы требовали независимости от Пакистана. В ответ на массовые волнения Карачи ввел в контролируемую ею территорию военных. Вместе с ними в Даку проникли и исламистские группировки, которые стали бесчинствовать в Даке и устанавливать свои порядки. Дело дошло до того, что исламисты собрались разрушить армянскую церковь. По их словам, не подобает христианскому храму располагаться в сердце мусульманской Даки. Молодой Хариподу вместе с товарищами ринулись в бой и отстояли храм. В то время Хариподу получил ранение в глаз. В 1971 году Восточная Бенгалия все же стала независимой страной. Хариподу продолжал верно служить одной из последних армянских семей и оставался главным хранителем храма на армянской улице Даки. И делал он это на протяжении 50 лет. До того момента, покуда не покинул Бангладеш последний армянин Майкл Офсеп Мартин, тот самый супруг покойной Вероники Мартин. После проводов хозяина Хариподу тоже ушел на покой. Теперь 95-летний Хариподу Гхош вместе со своей супругой наслаждается старостью, хоть и недавно переболел гриппом, и говорить ему сложно. Бурная жизнь на службе у армян позади. В настоящем только добрые воспоминания о них. И каждый раз, когда приезжает кто-то из армян, старик Хариподу спрашивает, жив ли тот или этот. И делает он это на армянском языке. Хариподу Кхош – единственный в мире бенгалец, говорящий на армянском языке и считает этот язык своим вторым родным языком. Языком молодости. Как я уже говорил, династия Гхош до сих пор служит армянам. Живут в бывшем доме Мартина. За храмом присматривают дочь и зять Хариподу, а также внук и внучка. Они являются гидами для всех, кто заходит полюбоваться храмом. Согласитесь, семья Кхош не просто бенгальцы, смотрящие за храмом, но воистину герои армянского народа. Не Армении, а именно армянского народа. Ведь из поколения в поколение они служат верой и правдой армянам и являются главными защитниками армянского культурного наследия в далеком Бангладеш, бедной мусульманской стране, где жизнь, мягко говоря, и так не сахар. Семейство Кхош заботится не только о церкви, но и могилах, рукописях и книгах армян Бенгалии.
каждый цветок, каждый куст, произрастающий на территории храма, выращен руками этих людей. Сами же армяне – гости довольно редкие в этих краях. Либо Армен Арсланян заглянет, либо священник. Перед поездкой в Бангладеш меня многие пугали тем, что в Бангладеш большая преступность из-за нищеты, что человеческая жизнь здесь ничего не стоит, что здесь орудуют банды исламистских группировок, в том числе запрещенные в России ИГИЛ. Так-то оно так, но уверяю вас, по этим показателям Бангладеш далеко не впереди планеты всей. В той же светской Турции куда больше исламистских элементов. Или в сытых Эмиратах, если человеческая жизнь чего-то и стоит, то местных граждан, а не тысяч рабочих иностранцев. Нищий Бангладеш хорош своими жителями, бедными, простыми, но с открытой душой. Порой даже по-детски наивный. И пока в этой стране есть эти люди, пока среди этих людей живет династия старика Хариподу, очаг армянского наследия на дне Азии не погаснет.